В Хабаровске по-прежнему ждут туристов, которые должны были вернуться из Китая еще в четверг утром. После сообщили, что вылет отложен до вечера пятницы, потом до ночи субботы. Как сообщили в авиакомпании Air Aero, которая занимается перевозкой, рейс отменен и направлен на другой маршрут. Дело в том, что перевозчик и Ростуризм никак не могут договориться, куда именно везти туристов – в Москву, Челябинск или Хабаровск. Отмечу, этим рейсом домой должны были вернуться 160 обманутых клиентов «Жемчужной реки». По вине этой фирмы в Китае задержались 1500 человек. У участия из них не было даже обратного билета. Компанию должника исключили из официального реестра, а всех путешественников пообещали вывести до конца этой недели.